Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Городская служба благоустройства парк» уже ведут подготовку к зимним праздникам. В украшении города к Новому году и Рождеству используются светодиодные гирлянды, светящиеся звездочки и снежинки. Также в разных местах установили несколько скульптур с подсветкой. К примеру, на перекрестке трассы Кола с улицы Советской свое привычное место заняла фигура медведя. А над крыльцом дома быта вновь олени любуются колючей красавицей. На традиционное место установили и главную городскую елку. Еще одна новогодняя ель уже второй год подряд блистает в городском сквере. Остается только надеяться на милость природы и ждать снега и легких морозцев. Ведь в преддверии Нового года сестрой становится просто сказочным. Предлагаю в этом убедиться и вам самим. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where those treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. Then I am dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days, may your days be merry and bright. And may all your Christmases be white. Where the treetops listen, and the children listen to hear bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. Christmas Eve.